Всем привет, с вами Миха, мы на канале Похудеть бесплатно. Девочки, взял велосипед и решил проехаться до моря. Уже 2 месяца не был на море, соскучился. Не знаю, как там, пропустят, не пропустят туда ближе к морю. Нас попросили не шариться там, пока временное. Поэтому, не знаю, сдалека хотя бы увидеть. А вот, пока вам вот цветочки мои дорогие, за то, что подписаны, ставите лайки и комментарии. Пишите, вот такая вот клумбочка. Что, погода шикарная, ну грех не поехать на велике, может даже и позанимаюсь спортзалом. Уровень я прошел, как бы доехал, вот я уже в парке Шевченко. Травочка пострижена тут, не знаю, сейчас парк еще закрыт. Вообще неизвестно, работает он, не работает, пока сказать не могу, никого нет. Я прошел мимо, ну, вроде все аттракционы в рабочем состоянии, но людей пока нет. Ну, вот тут, если пострижено, наверное, он работает. Может, только по субботам, воскресеньям. Пока, ну, не могу вам сказать, работает он или не работает. Может, на обратном пути увижу или узнаю у кого-то и напишу вам, работает, не работает. Что я вам хочу сказать? Вот такая вот мотивашка. Я вот сейчас примчался в парк Шевченко за 15 минут. 15 минут. Мне на троллейбусе ехать тоже 15 минут практически сюда. Плюс мне надо дойти до троллейбуса, дождаться троллейбуса, сесть с толпой народу в наше ковидное время, ехать, дышать с ними, потом приехать еще пешком от троллейбуса эти тоже минут 10, блин, поэтому минимум 30 минут мне надо, когда я еду на транспорте, а на велосипеде 15-20 минут. Получается, смотрите, я сжег килокалории, я подышал свежим воздухом, вот я уже в красоте, парк большой, рядом море, вот он, наверное, один из лучших, вот это с морским воздухом. Тут домов практически нет, раз, два, три обчелся. Дорога тут вот одна небольшая, и то туда на пляже машины не пускают, только, ну, там спецсредства, которые едут, например, в дельфинарии и так далее. Поэтому как бы воздух тут прям вот на порядок чище, чем у меня. Вон красиво цветет какая-то то ли слива, то ли вишня, видите, в таким фиолетовым, сакура по-нашему. Смотрите, я всегда, знаете, жму за хождение пешком, самое эффективное средство, но не забываем, что когда у вас большой вес, 120, там, 130 килограмм, наверное, даже лучше будет на велосипеде начинать кататься. Во-первых, нету такой нагрузки на суставы. Пусть вам кто-то настроит велосипед, чтобы нормально, легко крутилось. И вот так, не спеша, вы катаетесь то же самое в течение часа, потому что на велике ехать легче, но в течение часа вы сожгете примерно те же количество калорий, если будете идти пешком. Потому что вы будете активнее крутить педаль. И также будете дышать воздушком свежим. И жир будет уходить. Поэтому, если у кого есть велик, то, пожалуйста, вот какая-то штука цветет. Тоже непонятными такими. А тут вот видите, дичь, это Федя дичь, такая заросшая, блин, тоже по-своему прикольно, хорошие такие участки. Вот такой я вам для мотивации, тоже как бы сжигать жир все равно надо, у многих болят колени, поэтому используйте велосипед. Это средство сейчас доступное, а раньше, может, ну, тяжеловато, наверное, было, а сейчас, наверное, может любой, блин, купить. С одной-двух зарплат. Не надо вам новый. Главное, чтобы было переключение скоростей. Это помогает при поездке там на какие-нибудь. Вот если у вас неровная местность. Вот у меня сначала с горки было, потом в горку. Я переключил скорость и не слазя с велосипеда. Выехал на горку, потом опять переключил скорость. Там все очень просто. Там вот такие переключатели. Вот один, вот второй. Тормоза. И все там. Это не автомобиль, там ничего сложного нет, так что, девочки, ребята, катайтесь. Вот смотрите, какое удовольствие я вот сейчас получаю. Ребят, это обалденно, вы просто
просто меняйте свой город на вот такой лес, какие-то птички, воронки, блин. Ну вот посмотрите, красота, дичь, никого нет. Так, так, вторая часть моего путешествия, это мне надо добраться до тренажеров. Не знаю, там пускают, не пускают, есть там тренажеры, еще нету. 2 месяца не было, поэтому... Если я потом включусь и буду тяжело, счастливо дышать, значит тренажеры есть, я вам расскажу. Ну и третья часть, добраться к морю, хотя бы так, ну, сдалека, не знаю, ну, может, в дельфинарии есть проход. Посмотрим. Все, смотрим дальше. Шикарно позанимался, еще и народ в спортгородке, человек 5 даже было. Вот, смотрите, вам покажу, какая красота у меня возле спортгородка, какие у меня тут деревья красивые, цветут камушки наши одесские такие. Тут хорошо получается, мы в такой, как бы, в ямке, ветерок остается там, а мы тут, вот это сосны или кедры, не знаю, как-то там. Если у ней 5 иголочек, то это кедр. А тут сколько иголочек? Ага, по 2 штучки, значит, это сосна. Вот так вроде бы. Вот, смотрите, она даже цветет. Видите? Вот. И вот еще. Красота. Вот сейчас сзади меня, посмотрите, сколько там спортсменов, видите? Целая толпа, так что можно ездить. И вижу, люди на море идут, значит, сейчас доберемся до моря, а потом еще, я еще про один пункт забыл, дерево. Уезжаем, мы заедем к моему дереву, проведаем, как оно. Сбросим плохую энергию, получим новую, хорошую улыбку Будды и поехали смотреть дальше. Как я и обещал, я добрался до моря, девочки. Вот оно, море. Вот она, наша дверь в море. Красота. Там, кстати, я видел наверху, люди даже загорают. Люди даже, я видел, купаются. И вон даже рыбаки рыбачат. Как бы все работает. Можно приходить, значит, на рыбалку, в спортгородок, просто подышать свежим морским воздухом. Это тоже супер. Сейчас для второго канала запишу 5 минут моря без моей болтовни. Чтобы было красивее. Все, а я с вами не прощаюсь, мы дальше идем к моему дереву. Водичку тут я не потрогаю, я там вот дальше пойду сейчас снимать и потрогаю водичку. Все, встречаемся у дерева. Все, девочки, программу минимум я выполнил. Вот я уже возле своей сосны. Смотрите, тут еще, по-моему, маленький ворончонок. Вот он. Вот он, точно. Вот он не умеет летать еще. Вот он, не бойся. Вот он попрыгал. Такой сытненький, здоровый. О, кричит, маму, папу зовет. Я тебя не обижу. Все, сейчас постою у дерева своего. Смотрите, уже начинаются тут тополя у нас. Вот пух тополины. Ой, в школе столько пуха этого поджигали. Так. Велик я занес на газон, а то сейчас буду стоять с закрытыми глазами и угонят велик. Такое у нас в Одессе бывает. Сумку надо снять, а то нам не мешать будет. Все, минутки 2 постою возле дерева. Да, кстати, еще насобирал молоденьких шишечек. Вот там прям возле моря, там где самые свежие, видите, они все в смоле. На втором канале, на моем, переходите, подпишитесь, похудеть навсегда. Ссылка внизу в описании, сразу сверху. Перейдите, там сделаю лекарство очень хорошее на сосновых шишках. Таких шишках, вот такие
Молоденькие, маленькие, насобирал. Короче, посмотрите, сделаю, расскажу вам. Так, а теперь немножко постою. Вы хотите, смотрите, хотите, нет. Вон, кстати, там вот видите, дальше вот девочка и тоже за дерево держится. С собачкой пришла гулять. Так что вы не думайте, что это я один такой. Это работает. Вот посмотрите, я вот сегодня получил, получается, сразу 5, знаете, таких удовольствий. Во-первых, хорошо проехался на велосипеде. Второе, спортзал. Третье, море. Четвертое дерево и пятое настроение. Оно волшебное, оно просто шикарное. Подъем такой, вот знаете, энергетический запас. Так и назовем это видео «5 способов кайфануть», блин. Реально, блин, получаешь удовольствие. Таких вроде бы мелочей, проехался, море посмотрел, позанимался в спортзале. Но, ребята, это работает, это действует. Именно это и есть наше похудение. Пару минут и уже прям, знаете, вот такое. Вот вы помните, перед тем, как я подошел к дереву, я такой, бойко рассказывал. А сейчас вот такое спокойствие, вот знаете, вот вообще, блин, отошел. Получается, энергия с космоса через дерево пришла в меня. Не нужно, грязь, нервы, плохое настроение ушло в землю.
зарядился, вдохновился. И вот серьезно, просто постоял, помолчал, и такое вот, знаете, спокойствие, аж говорить тяжело, просто, знаете, такое, просто кайф. Все, мои дорогие, спасибо дереву моему, которое меня поддерживает. Обязательно смотрите, чтобы дерево было ровненькое, красивенькое, видите, без всякой гадости на коре. И желательно, чтобы вот так вам солнышко в лицо тоже. Солнышко нас тоже заряжает, витамин D3 и так далее. Все, мои дорогие, пишите комментарии. Люблю, целую. Пока-пока. Ищите нас на YouTube под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.